А чего тишина такая? Моргенстара? Да. А ты уже второй сезон типа смотрел или там третий вышел? Я вот четвертый посмотрел. А, вот, ну, которые сразу все 10 серий скинули, сколько там, 14. Мастер, смотри аниме, да. Блядь, зачем тебе эти сериалы? Я и так смотрю аниме. Да. На... О, кстати, Оверлорду надо посмотреть. Стал. Стоп, ты хочешь, когда третий сезон вышел? Ой, четвертый. Кого? Оверлорду? Не, я еще третий не посмотрел, походу. Я не помню. Ой, второй говно, вот третий просто бомба. Мастер, а сколько тебе лет? Тут мне просто интересно. 23, на. А я бросила смотреть аниме, берите пример с меня. Чё? Алиса, в мут. Правильно я понимаю? Да. Понимаю. Ну если ты считаешь, что, блядь, всё аниме нахуй для детей, то, блядь, считай так дальше, не факт. Получает 1000 гп. Видишь, наоборот, дети нахуй не выдерживают ёбаного этого, нахуй. И забрасывают смотреть аниме. Ну вы поняли, я на Вов пришла, просто у меня времени нет. Попробуй работать. Да, говорят, Оли, да. На квасе. Только не ртом. А почему бы и нет? На квасе. А, хорошая работа. У нас в городе, допустим, на квасе. Сай, как ты этим промышляет, ё пошли. А чё там у вас в городе? На квасе сидят. Те, кому нет 18. Ха! Она же в Москве живет, какой квас? Там нету кваса. Не может быть, блять, квас есть в Москве. Я люблю квас. Да, зимой прям сезон кваса, блять, молодцы. Конечно, конечно. Он в магазинах продается. Маркетинг. Да, и что, ты будешь сидеть в магазине, отдельную лавку откроешь по квасу? Конечно. Он в бутылочках продается, мужик. Ты идешь в пятерку там, поставишь коробку и скажешь, вот как продается боярышник на. Боярышник в колбах. Чих. Ну как припод, блядь, пропиваешь. Покидаешь дальше. Вот в таких колбах обычно боярышник. Нахуя вы большого сагрели? А сколько мне времени действия у боярышника? 8 часов. Часов, а что дает? Штырит вообще знатно. Так и написано в описании, да? Это фармакологическое действие. Если правого дракончика до взлетки убьете, даю 100 ЕП сверху. Не убьем. Мне кажется, уже ГП сейчас будет. Это вероятно. Вот сейчас ГП будет. Могли больше больших сагрить, нахуй, я не знаю. Я их не отдала. Парни, я вас рез. Я танкую, парни, давайте. Мочите этих лохов. Охуенный рейд мечты просто, блядь. Боссов убивать, нахуй, а эту хуйню ложиться, блядь. Вам нельзя, сука, на трэш ходить никак. Давайте отдельный рейд собирать, чтобы он трэш везде чистил. Прям мы приходили на босс. Чисто Джоку напишем. Парни, потанчите трэш. Это все, на что они способны. Это хейтер. Че вы его кайтите? Убивайте? Пэт. Че лежим нахуй? Встали и прибежали. Сказали же, что резко. Хуесно, блядь. Хуем по лбу, блядь. Да один моб-то остался. Да все нормально. Тебе ответить, как, блядь, на резко, нахуй? Хуёв, блядь. У тебя курить больше не ходи. Ты видишь, мы, блядь, падаем без тебя. Да пиздец, блядь, сука, покурить даже нельзя, ебать, нахуй. Как вот меня нет, сразу падает. Че за... Мы падаем, потому что ты, сука, не твинк. Твинкарет какой-то, блядь, собрали, ёбаный в рот, нахуй. В огонь нас.
Пиздец, ну бас, ёбаный рот. Так, давайте, ребят, тактику объясняем. Объясняй тактику, блядь. Пока что трэш. Короче, видишь этот трэш? Врываешься в него, падаешь в текстуры, умираешь, блочишь себе аккаунт, насируешься нахуй и ливаешь с игры. Ты уходишь в армию. А, под полом тебя уже ждут с повесткой, нахуй. Текстура. Куда пошел чулан, блядь, левый моб еще? Как охуенно, пришел, покурил, у тебя все бафы есть, охуенно. Пришел, покурил, и тебе ментура стучится в дверь. Че курил, блядь? Еще и рыба даже висит, нахуй, 40 минут. Красота. Ага, у кого-то так батя вышел, короче, сказал, куплю сигареты и не вернулся, блядь. У него еще рыба 40 минут. Ото шоль. Меня слышно? К сожалению. Давай его в Долоран уведем. Зайдите все туда в арку. Так, ребята, теперь серьезно, пока есть время, ну, расскажите тактику на топ. Нужно выйти туда, и мы тебе все расскажем. Там метки поставим. Можешь вообще с пола сдохнуть. Алиса такое практикует. Да.
С лестницы вниз не спускайся. Самое главное. Все спускаются. Ой, ты выпил уже, да? Оставишь. Ого. Спасибо. Дай пожрать, мастер. Ставлю рыбу. Якутия, ты тут что, не был, что ли? Не. Якутия, блядь. Пусть, может, лучше на ДД спекнется. Если упадет... А танки ему не... А, блядь, его может что-то не... Может. ДД, пусть, и все. Давай, погнали. За ДД знаешь, как играть, или тоже не? Он не знает. Нет, ДД я тут был. А. Я хочу Лича потанчить. Второй Лич толстый, нахуй. Тебе Лич лицо сломает. Да, блядь, мы еще с ним попиздим. Тет на тет, да? Зажили были, за кашу ману, за жизнь гуманную. Че, у вас танки тут сопроты пьют? Нет. Нет. А у вас? Чупакабра. Есть тут... Кто тут тактики еще не знает? Есть такие... Красен. В смысле, а чё, 60 кхб может шотнуть, да? Ты поставь метки. Шотнуть не факт, но тысячу из двух сложить может. Вам еще и метки нахуй ставить. Поставьте кто-то метки, мне надо релок. Мастер, сейчас расставлю. Первого левела. Чё? Первого левела создай, получается. А, мне тоже надо реловиться. Кого первого левела? Перса создай, зайди на него випку, получи себе вот это 7% станины. Заебали, голос. А я чё, сука, не проголосовал? Ёбаный в рот. Создавай давай. Давай я спекнусь, ты домаш. Давай. Кексы стоят на лестнице справа. Берите. Ладно, похуй, голос проебу. Все, отчина. Кира, ставьте меня. Паладина нету. Так а чё тут надо-то, чтобы, блядь, танчить там хуй завара? Мозги, руки, шмот. Ебать, все есть. Шмот, ну разберешься, погнали. Конечно разберусь. А блядь, че так далеко думаешь? Метки ставишь? А че так далеко метки ставите? Нормально метки. Можно в Долоран метки, блядь. Нормальные метки, нахуй, перчи на пол. Воу, я в танке все-таки, а? Не, беда. Заебал, ну нахуй я тут буду вагоном. Закройте рот нахуй. Так, все готовы? Сначала посмотришь, сейчас поставлю. Да я видел уже, что, блядь, один отходит в другую сторону, второй, блядь, в эту нахуй. Я говорю, помолчи. Пока что. У нас просто времени нет, давай пацаны, дай это понял. За стаками следите.
10 стаков нахуй. Снапикс не знаю, что делать, походу. А, не знаю. Убежали. Фридом. Да. Фридом по ДК танку. Чупакабра, чулан, гарема, ума турман, хожу налево. Слева. По центру слева. По центру. Там же падает. Углубо слева. Понимаю. Там же падает. Разбили мед. Быстрее, блядь. Варшок, зажимаешь клавиши, блядь, две, левую и правую, и бежишь тупо вперед босса на притяжку. Випка, БР по финке. Убежали. Прям на рывке, сука. Ушли наверх. Рога сдохла от стаков. Пускай полежит, его не берить. Мастер, Аспер, Император, Склыкач, Дайгрин. Слева. Справа углы бы. По центральным стоп. Левые, дальние, правые, дальние подбивайте. Разбили все клыбы. Быстрее. Наверх поднялись. Фридом по танку. Мастер Матума, ой, ну зад, хожу налево, клыкач. Хотя бы выносит нормально. За глыбу падает, зашли все. Красавцы. Опять там уже падает. Не умирайте только, блядь. Больше трупов нам нельзя. Глыбы подбиваем, подбиваем глыбы нам. Ну, скольки переходка? 35 или? Да, 35. Глыбы разбили быстрее на. Центральная глыба почему не подбивается? Удушье пошло.
Вторая фаза. Куда столько стало? Первая налево. Разбили метку, скинули стаки. Гарему прохил. Следующий центр. Из центра ушли все. Ууу, ёбаный Синдрас, сука. У меня сердце ёкнуло. Скример конченый. А чё, мы сдохли? Синдра багнулась, в рейд дыхнула. У меня чисто весь хилбот зеленый, так бух, черный. Стаков что-то. Типа минимальный взрыв был. Снайп Икс, ты что, не знаешь тактики, нахуй? Знаешь, что почему умираешь? Вторая фаза, он стоит две метки. Крест, блядь, и ромбик. На второй фазе первая метка, блядь, каждые нечетные метки влево, блядь, каждые четные в центр. В метке, которым стоят. Если вы станете близко во фрейм босса, она начнет, блядь, кидаться туда-сюда, обратно и пизда Но у нас ДПС просто жопа. Чего у нас ДПС? Жопный? Да жопный. Жопный, в принципе, тоже. Жрём рыбу. Финка, ты где? Весните финку. Кулри бафы раздали. По финке. Виклик 2. Войт вообще собирается видять вроде, не? Эминар, шарпиступ, ой, ну зад. А? Алиса, кидай, смотри, ты в анхолике. Угу. Все готовы, пуляем. Где ромбик, квадрат, туда щит кидай, чтоб от притяжки никого не убило, купол, то бишь. Сейви рейд тоже. А как я тут подойду? Дружу, а что, далеко свой? Сильно? Она поставит прям под морду. А, я понял. Ну ладно. Че это? Выше поднялись все. Бегаете далеко на лестницу, посмотрите как. Прохили он рейд. Убегаем. Вот максимум, куда я могу кинуть. Все, я понял. Я что-то думал... ДНМ, чупакабра, Джованни, хожу налево, Утя.
по меткам. Слева. Направо за глыбу падаешь. За глыбой между центральной и правой. Слева. Глыба. Развили быстрее. Финка, 16 стаков, 17, ты сейчас умрешь, дружок, ты что делаешь? Идите по нему что-то, крылья, блин. Так, Далин, БР по випке. Випка, БР по финке. Далину, Нуза, Тайглин, Финка, Фреш Фиш. Вышли. Ушли, 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 ушли нахуй. Кто там стоит, Присна? Алису разбить. По центру. Не только что сказала, у них нет мозгана. Туда падает. Туда падала. Налево падает. Первого. Осторожно, сейчас забьете метку одну слева. Падает справа, справа, падает справа, справа. Отлично. Быстрее склепа разбит. Левый дальний. Он бьет стаки. У нас больше нету БР. Стаки, финка. Наблюдай за этим. Как, блядь, диспелить? Что и почему не снимают? Они, сука, не диспелятся нахуй. Он уже выжил, Войт. А, все. Беру свои слова назад. Плюс в чат, кто выжил. Аспер, Шарпистул, Саммер, Фреш Фиш, Уматума. Прайм, прайм дальше. Шкула, ты подошел. Вот кто подошел? Утя. Утя, у тебя все в порядке? Нет. Сейчас замены пойдут. Как можно так лагануть, что ты, блядь, вперед? Меня бьет какая-то дорога. Фреш Фиш, я сейчас в глыбе стоял. Со стаками осторожно, хилов 4 только. Вторая фаза. Ф-
фрешфиш налево. Крест пошел. Скинули стак. Следующий центр. Император в центр. Из центра все ушли, из квадрата ушли. Ну зал станет император, нахуй. И фридом, блять. Освобождён. Прожимки. Прожимки, да. Геру даем. Элрей налево. Геру. Долгим. Ага, я в центр. Ушли в центр, ушли все с центра. Ушли все в квадраты. Ответный удар, блядь. Не стакаем стакина. Талан. Саммер. Центр. Из квадрата. Из центра. Варузина. Притяжка. Разбили глыбы, все переключили. Аспер в крест. Матума в центр. С центра нахуй. Император. Император в центр. Император Стормус. Прожимки. Какую-то прожимку по войду. Захильте войду. Клыкач в центр. Отошли все. Отошли все. А, ну все, пиздец. Пол рейда у нас. Ты идешь в рейд с твоими лагами. Вам помощь нужна там? Дайте диван там по кому-то. Диван, СС, что-нибудь. Все, есть диван на диване. Падайте. Я готов. Турбо. Начинай раздавать ГП, иначе уже... я не понимаю. Он раздавал всем по ходу рейда. Уже все есть. Карты вот и тут. Снапыкс у тебя уходят с рейда. Давай им ГП. Клыкач тоже уходит с рейда. Клыкач тоже. А царь вернулся. Вот перейти. Карта его сюда перетащи. Джован, не снимай, и бабл. Какой бабл? Диван? Давай ему срежь. Кто-то там? Да, я хочу танчить, пизду этот нахуй ДП. Сейчас я посчитаю, сколько там ДП. Финка, блядь. Ты первый раз на этом боссе или чё на? Какие нахуй диспелы, блядь, стаков? Ты чё, вообще ебанулся, блядь? Сейчас, да, еще на турбо надо будет кидать. А что такое? Освобожденку диспелил себя. Ничего себе, научи. Так
А я что? Я хочу танчить. Ну, блядь. В смысле, тебя учить, ты глобу нажимаешь. Научишься в следующем минут, рейде, пока что нормально все. Воскресенье рейд. А он не попадет. Что? А, у тебя же КД уже. Ну, не знаю, что тебе делать у тебя. Смотри, тактики т.д. и т.п. Ну да, типа. Но пока ты не стащишь синдром. Так, а, блядь, ну, базарю. Вы в ДД-то меня возьмите хотя бы, дамажит, а ёба, одни... Уже взяли. Ты что, невменяемый, что ли? Ты сюда не подходишь. Что тебе непонятно еще? Пока что. На этих боссов ты подошел, все нормально. Приоделся. Ой, возможно, царь сам себе начислял ИП. Ладно. Вот так вот и происходит подкруточка. И даже не в 5 утра. Не все сразу, блядь. Вагониться можно, но не всегда, блядь. Так. Сталю рыбу. А что там у наших по рейду на второму? Не знаю. Вольтер еще целка. Турбо-то надо Немо. Так а шо, можно хотя бы, блядь, это самое, блядь, грули, магики там, чё-нибудь ролить на спек ДД, блядь, чтобы его отдавали как ДДшнику, а не как танк. Чтобы он был... Они на синдре. Можно, сука, дамажить. Так же на синдре? Да. У пана Адон отписывает просто 79%. Еще одна вещь. Хилы не справляются очень... Спекнуться. Спекайся в хила. Не справляется по одной причине. Финка у нас здесь палит стак, и император слагает. Нахуй, охуенно. Финка. Да даже не то, что я лагаю, на меня, блин, по КД вешается освобожденка. Посмотри, сколько так, она все, раз. Все, подожди. Финка, ты тут? Да. Давай завязывай. Возле категории появляется дебаф. Наведи разок другой мышку. Прочитай дебаф и запомни, что он делает. Завязывай вот это говно. Кидай тело и душа на себя, или не кидай, и отбегай от притяжки, чтобы ты не превращался в духа. СС, раздайте, Аспер, давай... Да погодите, я релу каком по фасту. Дай, Грин, давай на Чулана, Картео дашь на Далина, а Шреда дашь на Випку. Кто там релу говорит ком? Сейчас кто будет умирать, роги там, копить стаки, как SnapX это делал, или любой милик, будете получать по 200 гп. Сколько максимум стаков? 4-6 стаков, не больше. Ну кто умеет прожиматься, тогда это пожелать. Тут кто дает прожимки, хилится там, смотрите сами. Это под вашу страх рейс. Главное не умереть, как я понял. Да. И не просаживать хилов сильно. Черпиступ. Особое внимание обрати на двух танков. Они не должны упасть, как упал я. Ну сейчас, конечно, хприст обратит внимание на танков. Но я думаю, это не его задача. Но я постараюсь. Всех шести хилов это задача. Черпиступ, нахуя ты НС-ка нацепил, блядь? Что? Нахуй ты эту треньку голимую нацепил, блин. Чтоб помогать. Ну, чтобы вода поднимать сразу. Один каз дал. Никакого КД, ничего. Ладно, надену пыль. Еще раз, что надо, чтобы дебаф не стакался? Не кастовать. Не кастовать ничего. У на тебя... первой фазе 2-3 стака максимум, и то если рейд на фулл просел, тебе надо срочно с кого-то захилить. Смотри, на второй фазе на тебе... 2 максимум. Вот если на тебе это освобожденка, ты раз кастнул, на тебе единица освобожденки вешается. Два раза кастнул, две освобожденки. Да. То есть 2-3 раза кастнул, и все. Ждешь, пока спадет. Спало, кастовать, опять. Все, я понял. Даже если ты кидаешь щит, тоже свешивается стаки. Кольца не вешается.
Випка, дашь БР по финке? Шредер, мастер, Далин, Аспер, Дайвен. Он упал. Я жив. Он не упал, он жив. Понял, повезло. Ну. Давайте духа ему на притяжке. Только озвучивайте, кто дает. Желательно императорство, потому что, ну да, или у тебя все нормально, императорство. У меня компания иная полагает. По глыбам, осторожно. Череп пул хп стоит. Как дела у вас? Разбили глыбы. А вот теперь упал. Випка, готовь БР. Расскажите ему главный секрет. Пусть СС подходит был... ближе к Синдре. Пусть его и душу вкачает. СС был на тебя? Финка, был СС, нет? Нет. Гарема, Шредер, Императора, Суматуман, Джованни. Вышли. Залили ману финки. Посередине падает, осторожно, блядь. Финка, нахуй, раскрывай глаза, что у тебя за проблема? ДЦшник, не кидай на него щиты, блядь, перед притяжками. Зашли за глыбы. Правая глыба стоит. 400 тысяч. Влились, бурстанули нахуй, быстрее, блядь. На него не кидать, потому что он на себя кидает щит, который дает ему хастуна. Вот это его, нахуй. Да, ой, назад. По шарпистулу тоже не кидай. Перед притяжкой именно. Вот. На притяжке. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает... Здесь, смотри, выжил. Потому что я вмешать без того не убрал. Кто? Кто выжил? Финк. Воздушная фаза. Ну, капля, короче. Поднялись наверх. Мне кажется, надо было переводить. Гарема, Картео, Чулан, Император, Чопс, ДК. Вышли в метку. Чё вы трое в одной куче, блядь, стали, нахуй? Алло. Центр. Блять, слабо. Между глыбами падает, сейчас сдохните все. Разбили. Готовимся, скоро вторая фаза. Вторая фаза. Оборожение не стака. Фрэш фиш. Фрэш фиш, блядь! А зашли.
После центральной глыбы даешь, как мы ее разбьем, даешь Геру. Блять, стаки не скинул. Император. Императорс. Ушли с центра. Близко не подходи, назад. Дальше, 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 дальше. Ух, сук. Дайте по прожимку. Геру. Мастер. Брусты прожал. Охуей. Чопс в центр. Ушли с центра. По танкам подняли, блять, быстро. Танков на фул хп держать. Чула налево. Уходи. Рейдж. Вы что, гимны не умеете командовать или что, я не понимаю? Императорс. Стали за глыбой. Джованни, гимн. Блять. Прожимки какие-то. Гимн дали. Шарпистул гимн. Аспер налево. Добиваю? Последний стак скидываем, а потом добьем. Я побежал. Я ушел. Добиваем босс. Босса фулл ДД. Я на рогу. Рейсните мне, пожалуйста. Картава в рейде, да? Да, хорошо. Хожу налево, забирал. Так, хожу налево. Второй паролу Аспер забирал печеньку. Ух ты! Аспер, отдаю второму паролу. Гарема, ты тут? Да. Шарпистол забирает на мейнспек. У тебя есть 10. Протопал? Да. Ты танчил лича? Нет. Если кому-то надо закрыть лича, могу уступить место. Лок, зачем тебе Т10, если ты в Т4? На демона? То на демона тоже Т4 берется. Разбирайтесь сами, нахуй, я паролу отдал. Говорит на демона, значит на демона. Потом посмотрим, какой он будет, какой демон. Закрыть хотел Картео, он в рейде уже. А, ну что. А, да.